Надежда есть, и больше того, она собирает друзей. Уже в эту субботу один из старейших вокальных ансамблей округа даст большой сольный концерт подтверждения звания «Народный». Руководитель коллектива «Надежда» – заслуженный работник культуры Московской области Валентина Якунина. В общем, каждые 3 года мы подтверждаем это звание. Надо соответствовать программой, надо соответствовать количеством участников. Все, все это вот достижимо такими усилиями неимоверными. Но, в общем-то, как-то преодолеваем. Наверное, любовь. Любовь к этому делу всех связывает. Каждый новый день – это новая строка. Романа без начала, начала и конца. Стань еще сильней, это все. Все голоса одинаково ценные, особенно когда сливаются в сложнейшее хоровое пение. Ансамбль «Надежда» существует с 1994 года, и основной его состав поет до сих пор. Приходите 30 апреля в 15 часов в ДК «Химик». Вход на концерт свободный. Вы услышите эстрадный ретро-репертуар с академическим уклоном.